Оу, ребятки, всем привет. У нас было не успели увидеть новую картинку, но я поставлю ее, в общем-то, на заставку, значит. Запрос обрабатывается. Что это такое? Первый раз такое слышу. Вот, ну, по крайней мере, вы картиночку эту увидите. Давайте еще раз зайдем. Там, кстати, когда скачивал обновление в Play Market, там был последний комментарий о том, что игра часто вылетает. Это касается последней версии, потому что раньше игра не вылетала, она стабильно работала. Так, генерия. Нет в коллекции за 3800. Давайте купим. Так. Ну, сколько мне всего тут насобирались за время игры. Давайте поставим генерию сразу на вывод. Давайте, а чё бы нет? Раз у меня ее нет. Так, что у нас еще? Заход... Не, ну это все типа за бабки, за бабки, за бабки. Спасибо, извините. Туз это утис у нас есть. Генерия. Она вообще доступна? Ага, болта, она недоступна. Ну, по крайней мере, одну я купил, да. Мне там писали в комментариях, что... и там кенгуру было какое-то время доступно, блин. Ну, ребята, я сейчас, короче, очень редко могу заходить в игру. Как бы за новостями практически мне некогда следить. Из-за работы. Так что такие дела. Давайте смотреть, сколько всех на... Ну, тут, а, паков этих, блин. Ну, все за бабло, естественно. Вкидывать сюда бабки реальные... Я уж точно не собираюсь. Так, что у нас в чистом золоте? Есть кто-то интересный? Про каптодон, но у нас про каптодон есть. Так, туса теутис. Неинтересно. Вот эту штуку можно купить. Давайте купим. А, это VIP, ё-моё, что-то я не обратил внимания, что это VIP. Мы не VIP. Мы уже давным-давно не VIP. Так. Ну, тут что-то будет интересное. Ничего там интересного нет. Еще что есть? Что у нас есть еще? Наборы, наборы, наборы. Прикольный, да? Пахиринозаврики всякие. Пахи... Ну, да. Ничего нет. Ну, по крайней мере, генерию я добавил себе в коллекцию. Давайте еще... Нет, давайте сейчас соберем мясо. В игру захожу раз в несколько недель, ребята, в эту. Так что... Вот. Уже в целых 8 динозавров, представляете, мне уже не хватает в коллекции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А кто восьмой? А, вот еще. Индоминус мод 2. Писали, что можно было купить, по-моему, Индораптора мод 2. Или Раптора мод 2 за баксы. Орнитохейрус, да, один из величайших путешественников. Видео про него было в National Geographic, походу. Так, брахиозаврик. Это я пропустил, он был, блин, на турнире, к сожалению. Мозазавр мод 2, плезиозавр. А, так а где это кенгуру? Мне же кенгуру ж говорили, писали в комментариях, что новый кенгуру должен появиться какой-то. Давайте посмотрим. Кенгуру. Ну, вот, собственно говоря, про каптодон. Давайте я, кстати, его качнем. Сейчас забавный кенгуру. Блин, он реально скачет, экран трясется. Хотя давайте подождем, пока не будем его сливать. Давайте пойдем сейчас сначала вот сюда. Ну, давайте сразимся кем? Два боя сделаем сейчас. Сначала сразимся с самыми сильными, но не водными. Так.
пойдет самый сильный вот этот парень. Не, давайте возьмем Ромалиозавра, он будет против него слабый, я знаю. Так, блин, у меня сейчас скриншоты не работают. Так, ну Кракен 18, мы с ним сражались уже не раз. Кто хочет более детально найдите, можете найти видео по поиску на канале по поводу Кракена. Так, 4, но он уже меня, в принципе, пробивает. Давайте вот так сделаем. Ну, здесь проверим, да, магическое действие цифры 3 в защите. Сейчас, если она сработает. Ну, давай, атакуй. На 4, нормально. Давайте сейчас будем ставить 3 и 4 в перенос. Он, по идее, должен атаковать, да, как там было раньше? На 3 все время атаковал. И то все уходило в щит. Ну, раньше так было. Давайте проверим это дело. 6. Насколько он проатакует? На 5. Ну, по-моему, эта штука уже не работает. Ладно, давайте его будем уничтожать. Один готов. А потом еще кенгурухой посражаемся. Так, ну, пока что он слабенький по удару. Ромалиозаврик умер. Так, прекрасно, классно выглядит Усатеутис. Вот когда картинка не замылена. Не помню, сколько у него было, собственно говоря. Два головоногих, короче, тут разбирается между собой, кто кого, но понятно, у кого тут панциря нет, тому и хана. Минус. Ну, мне желательно побыстрее, побольше их убить, чтобы когда я в следующем бою перейду уже на существ водных, поверхностных, против которых он будет слаб, чтобы он хоть какое-то сопротивление оказывал. Так, Артакантус. А что-то у него не вижу, чтобы росла сила удара. Что-то она как была 90-970, так, по-моему, и осталась. Что-то поменялось? Ну очень медленно она как-то растет. По-моему, это поправили. Раньше сила быстрее, по-моему, нарастала. Хотя, может, мне всего лишь кажется. Ах ты ж гад, выжил на 200 хелсов. Ну и да, он пробьет, ему хватит. Хотя, не хватит, наверное. На 3 я выжил. Ха-ха-ха. Один балл он приберег. Ну, если фартанет, мы переживем еще один ход. Но он четко знает, сколько у нас в защите, потому если у него балл хоть один остался, он проатакует. А у него ничего не осталось, ха-ха-ха. Так, ну я его пробиваю, ребята. У него один балл остался, я его за 3 пробью. Он его не поставил в защиту. И все, тут тебе и смерть.
Вот так вот. Ну, по крайней мере, статуэтку я получу. Так, ну и следующий вызов идем уже с существами, которые будут против него сильны, поверхностными, то бишь. Поверхностными. Так, у кого больше всего? Так, у тебя меньше всего жизни. И вот так вот. Ну, за один удар мы его все равно не пробиваем, даже тилозавром. А он меня за 3 легко. Я его за 2, он меня за 3. Так, давайте считать. У него 3 балла осталось. Ну, троих бы завалить, и было бы нормально. Ну, точнее, каждым по одному. Вот мне сейчас надо тилозавром пробивать. Ну, отлично. То есть, сейчас он тилозавра забирает. Атака на 5. И так, отдавать. Пробил. Хайнозавр, красавчик. Он выглядит повеселее, чем мозазавр даже. Ну вот так давайте. А зубастый крокодил чуть меня не проглотил. Так, ну дунклеозавру намного сильнее, да? Блин, а 2. Обидно получилось. И это обидно, он не защитился. Гад, много баллов насобирал, 7 штук. Атака на 6. На 7, ничего себе. Хотел нас уничтожить. Смотрите, суперудар с переворотом, я такого не помню. А подождите, он же на 7 нас проатаковал. Как это? Что произошло, ребята? Вы видели глюк? Он же на 7 атаковал. 3 должно было пройти по мне, а не прошло ни одного. У него супер удар поломанный, это прикольно. Кракен, да, у нас сошел с ума. А ну-ка еще раз, давай. Прикольно, давай еще раз покажи этот глюк. Ну 6 баллов этого мало, да, надо, по-моему, 7 или 8. Бах, пробил таки. Чуть-чуть не хватило нам, чтобы повторить еще этот прикол. Ой, чернилами плюнул. Прикольно, да, там, брахичи. Ну, в общем-то, отлично. С этим разобрались тогда. Да, пойдем к кенгуру. Кенгуру посражаемся. Значит, я далеко прям прокрутил, да? Вот, давайте сразу его проэволюционируем все-таки. Thank you.
Забавный кенгурушка. Прикольный такой. Полизался. Морда такая у него, как у собаки какая-то. Так. Забавный парень. Ну, так, что у него? 1600 на 800. 1600 на 800. Так, все строения, здания или украшения, что мне нужно? Украшения мне нужны. Давайте посмотрим, что у меня есть. Давайте разместим вот эту штуку. Что у меня еще есть такое интересного? Может, что-то я забыл, как говорится, поставить. Мозазавр там, но ничего такого нет. Украшения. А, смотрите, а ну-ка, что у меня не в коллекции? А, ну это обычные покупные, а заблокированные. То есть вот этих вот купить нельзя, получается, да, они только, там выигрываются. Ну и ладно. Черепаха у нас есть. А мы куда идем? Кстати, у нас вот еще битва есть шикарная. Ну, но мы сейчас пойдем. Уровень приза. Странная штука. Так, случайные награды. Ну, нам кайнозойская эра нужна. Нет, подождите. Кайнозойская против наземной. Кайнозойская ВС наземной. Это поменялось. А чем они отличаются? Это между этой. Водная с модами, водная обычная и просто кайнозойская. Давайте. Так, у кенгурухи сила удара 800. Вот, он довольно, короче, силен, парень. Он довольно силен. Так, возьмем, допустим, первого вот этого парня. Против него, если пойдет пещера, нужен вот этот парень и вот этот. Давайте. Посмотрим, кто на что способен. Так, 700, 700. Короче, я понял. Пещерных он набрал. Ну, я его атакую. Ага, точнее, у него первый ход. Подменится. Мегистокурусов набрал тут. Но пока не буду. Прикольный. Энтеларакас такой. И давайте пополним. Может фартанет. Не фартануло. Думал, его пробью, но ладно. Но мне тело космил здесь меньше всех надо, на самом деле. Но хотелось бы, конечно, его пробить, ну ладно. Атака на 3. А, ну как раз он его пробил, да? Блин, мне придется 2 бить, это обидно. 2, конечно, ну да. Уртинатери слабоват, слабоват. Но этот парень меня не пробивает, по идее. Да, даже если 4 чистых прошло. Ну, буду кенгурухой убивать их обоих, скорее всего. Смотри, насобирал баллы, молодец. Парень в шляпе и в очках. 7 баллов, и что? Давай на все 7. Да, он тоже, по идее, не должен атаковать. Если он считает, то не должен.
на 5 проатаковал. Как круто получилось. Ха. У него 2 балла осталось еще. 2 и раз, 2. Ну, такая вот легкая победа. Жирненький такой Мегистокурус. Ну все, сдавайся, парень. Тебе хана. При любых раскладах. Даже если 6 поставит в защиту, ему хана. А у него всего 4. Вот я его за 2 уничтожил и 6 сверху. Супер удар от Уртинушки. Ха! Линк ГМ не потерял еще навыки игры в эту игру. Вот так вот. Затащили. На изи. И награда самая паршивая практически. Хуже только монеты. Хуже только монеты, да.